А теперь мы хотим познакомить вас с воспитанницей заслуженного тренера СССР Эммы Овсянниковой, 17-летней Ольгой Михальской. Во-первых, потому что она прошлогодняя обладательница Кубка России, потому что в нынешнем сезоне Оля выиграла международные турниры в Финляндии, Португалии, у себя дома в Кисловодске. Наконец, потому что вместе с Марией Виноградовой из Пензы они только что, уже в ходе наших соревнований, вернулись из Бразилии, где участвовали в так называемой зимней олимпиаде этой страны, и победили. Яжа 9.55 совсем неплохо. Позади два вида многоборья. Единоличным лидером стала Яна Батыш на 19 825 тысячных баллов.